Воскресенье 2 февраля ОРТ начинает работу в 8 часов. Смотрите фильм Владимира Грамматикова «Усатый нянь» о юноше, обнаружившем у себя талант воспитателя. В главной роли Сергей Прохан. Крокодила! Для детей в 9 часов 15 минут мы покажем два мультфильма «Русалочка» и «Боцман и попугай». Выпуски новостей в 10, 15 и в 0 часов. Непутевые заметки в 10.15 отправляются на экскурсию в парк развлечений Disney World. Вы проведете незабываемый день в обществе героев мультипликационных и приключенческих фильмов. В 10.30 программа «Пока все дома» приглашает в гости к артисту Вадиму Танкову, много лет выступающему в роли очаровательной Вероники Маврикиевны. А группа «Непоседы» выступит на этот раз вместе с кошачьим трио и собачьим квартетом. Мы с зверем своим пришли, посмеялись от души. Утренняя звезда зажжется на ваших экранах в 11 часов 5 минут. «Служу России» – передача для воинов российской армии в 11.55. «Играй, гармонь, любимая» начнется в 12 часов 25 минут. Вы услышите талантливых гармонистов, приехавших в Иваново на Всероссийский фестиваль. В 12.55 – провинциальные истории из Белгородской области. Документальный фильм «Подводная одиссея» команды «Кусто» смотрите в 13 часов 20 минут. Новая серия называется «Под вековыми льдами». Юмор и сказка – тема этого выпуска «Смехопанорамы». Со сказочными номерами выступят Михаил Задорнов, Евгений Лебедев, Вячеслав Полейко, Святослав Ещенко, Владимир Арьков, Александр Бранкевич, Арутюн Акопян. Начало в 14.15. Программа о приглашениях музыки в 15.20 представляет запись из фондов Гостелерадио, концерт Елены Образцовой в Японии. Это одно из лучших гастрольных выступлений замечательной певицы. Прозвучат сочинения Верди, Сен-Санса, Мусоргского. В 15.55 общественное российское телевидение начинает трансляцию финального матча Кубка чемпионов Содружества. В перерыве в 16 часов 50 минут детская передача «Как-то раз» с уже знакомыми ребятам героями. Мультфейерверк 18 часов представляет сериалы «Розовая пантера» и «Приключения Вуди и его друзей». «Один на один» ведущий Александр Любимов. Смотрите в 18.40. С прогнозом погоды вы познакомитесь в 19 часов 10 минут. «Освобождение. Солдатами не рождаются. Битва за Москву. Киноэпопея Юрия Озерова». В 19 часов 15 минут на Первом канале премьера. Новый фильм известного режиссера «Ангелы смерти», посвященный 50-летию Сталинградской битвы. Информационная программа «Время» выйдет в эфир в 21 час. Продолжение сериала «Сюгун» в 21.40. Английское судно терпит крушение, но штурману удается привести его к берегам Японии. Англичанин изучает язык, обычаи страны и становится настоящим самураем. В 22 часа 35 минут Филипп Киркоров в программе «Лучшее, любимое и только для вас». Вы услышите самые популярные песни, исполненные им за последние 3 года. Для любителей спорта в 23 часа 30 минут футбольное обозрение.
В 0 часов 10 минут спортивная передача из Словакии. Чемпионат мира по биатлону. Соревнуются женщины на дистанции 10 километров. Фильм «Тень» производства Швейцарии, Германии и Франции начнется в час ночи. Это...